Расширить сферу влияния, захватить новые рынки работ, товаров и услуг. Стратегия ведения большого бизнеса мало чем отличается от военной. Скинуть с пьедестала лидера недостаточно, важно удержать позиции. Как с этой непростой задачей в рамках санкций справляется кубанский бизнес? Об этом наш телепроект. Меня зовут Оксана Андриенко. Здравствуйте. Российская мясопереработка перестала быть импортозависимой, обеспечила страну продуктом и вышла на экспорт. По прогнозам Национальной отраслевой ассоциации, рост производства мяса за текущий год составил в среднем всего 2-2,5%. Темпы роста производства мяса в России могут оказаться самыми низкими за последние 10 лет, паникуют аналитики. Но в ассоциации не поддерживают пессимистические прогнозы. Благодаря госполитике по инвестициям в животноводство за последние 15 лет производство скота и птицы на убой в России увеличилось в 2 раза. С 5 миллионов тонн в убойном весе до почти 11 миллионов тонн. В Национальной мясной ассоциации предполагают, что спрос и цена на продукт останутся стабильными, несмотря на повышение себестоимости производства. Все дело, говорят эксперты, в высокой конкуренции на рынке и том, что денег у населения стало меньше. Тем не менее, по данным Национального союза свиноводов, в год россиянин потребляет в среднем 75 килограммов мяса. Из этой суммы на свинину приходится 25 килограммов, на птицу 35 и на говядину 15 килограммов. По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, производством мясной продукции у нас в регионе занимаются порядка 300 предприятий различных форм собственности, в том числе 9 средних и крупных мясокомбинатов. Технический и технологический потенциал позволяет переработать в год порядка 465 тысяч тонн скота и птицы в живом весе. Если рассматривать динамику фактического производства мяса и субпродуктов, то можно заметить значительное снижение. Если в 2016 году выработка составила чуть меньше 200 тысяч тонн, то в 2018 едва перешагнула рубеж в 190 тысяч тонн. Зато в колбасном производстве за 3 последних года эксперты наблюдают небольшое, но увеличение показателей с 60,5 тысяч тонн до 62. Введение эмбарго на ряд продуктов питания из-за рубежа, которое, к слову, продлится до конца 2019 года, освободило место на полках магазинов и дало шанс кубанским производителям увеличить долю на региональном и федеральном рынках. Но в целом ухудшение экономической ситуации в стране явно не способствует безбедному существованию отечественного производства, но тем не менее оно растет и развивается. Как такое возможно? За ответами едем в Усть-Лабинск на предприятие полного производственного цикла. Справка. Мясоперерабатывающий комплекс «Южный». Год запуска – 2015. Инвестиции в проект составили более 1 миллиарда рублей. Сегодня в цехах комбината производят около 600 наименований продукции из свинины и говядины. Площадь перерабатывающего комплекса превышает 9 гектаров. На его территории расположен главный производственный корпус, лаборатория, торговая точка и зона отдыха персонала. А это 216 специалистов. Директор Южного мясокомбината Николай Шамухин – представитель школы современного эффективного менеджмента. Молодое поколение управленцев знает, как в экономически непростое время внедрять технологии эффективного производства, добиваться стабильности и сохранять лояльную аудиторию. На Кубани у руля завода Николай Юрьевич всего 2 года, хотя в отрасли далеко не новичок. За это время ему удалось поднять компанию в региональном отраслевом рейтинге и наметить в обозримом будущем модернизацию заводских линий, что позволит увеличить производительность в 2 раза. Мы составляем, я думаю, что конкуренцию передовым производителям не только края, но и, наверное, можно здесь сказать, что России, которые представлены в крае, за счет того, что мы находимся непосредственно в крае, у нас меньше затрат на логистику прежде всего. Люди на Кубани предпочитают покупать продукцию того производителя, кто производит в регионе. Хорошо, если говорить об объемах производства, давайте поговорим конкретно, цифры. Ну, на сегодняшний день мы перерабатываем в год 12 тысяч тонн мяса. Вырабатываем такие продукции, как полуфабрикаты в охлажденном виде и замороженном виде. С этого года мы потихоньку вводим в наш ассортиментный перечень готовую продукцию. Это колбасные изделия, деликатесную группу.
Ну и надеюсь, что как бы на этом мы не остановимся, будем расширять дальше ассортимент производимой продукции. Пока другие производители в борьбе за покупателя удешевляют себестоимость товара за счет каких-либо видов ингредиентов, мясокомбинат в Усть-Лабинске делает ставку на премиальные направления. Считают, что могут себе это позволить. Ведь сырье – соседней фермы. Люди просто забыли вкус настоящего мяса. А человек должен есть продукт без добавок, говорит Николай Шамухин. Зрителям будет интересно, так как выбрать хорошую колбасу? Колбасу на вкус очень... много всяких разных мнений, и вкуса у всех разного. Поэтому сказать, что вот существует идеальный продукт, нельзя. Идеальный продукт существовал, ну, это, я считаю так, что в Советском Союзе, когда делалось продукт чисто по одному государственному стандарту, и других не было. Вот тогда был продукт уникальный и специфический. На сегодняшний день мы видим массу продуктов, изготовленных по техническим условиям. И сказать, какой колбаса вкуснее или не вкуснее, то тоже очень трудно. Все нужно пробовать, все нужно смотреть. Но самое главное условие – цена не всегда подразумевает собой качественный продукт. На цену смотреть в этом случае нельзя. Цена может быть дорогая, но при этом продукт там, абсолютно несъедобным. И может быть наоборот. Рынок молниеносно реагирует на потребности покупателя. А сейчас, утверждает главный технолог завода Андрей Поспелов, народ рублем голосует за максимально готовую и удобную к употреблению продукцию. Смещают спрос с более дорогих и часто воспринимаемых как ненатуральные колбасных изделий в сторону мяса или мясных деликатесов. Все активнее появляются на кухнях жителей больших городов полуфабрикаты, выигрывающие у мяса по скорости и удобству приготовления. Потребителю нужен... маленький вес, то есть уже люди не берут по 3-5 килограммов, как это было в советские времена, либо постперестроечные. Людям необходимо один раз приобрести и вечером что-то приготовить себе. Поэтому производство переналадилось на выпуск продукции по 800 грамм, по 600 грамм, по 400 грамм фиксированный вес, фарш, например, либо колбаски. Таким образом, производителям необходимо настроить свою линию для того, чтобы выпускать и фиксированный вес, и вес ниже 1 килограмма. Но также есть и спрос на индустриальную упаковку, ну, то есть для переработчиков, либо там для хорики. То есть мы должны охватывать весь рынок и поставлять для каждого наш продукт. Конкуренция вышла за рамки одной категории. Сегодня покупатели не просто делают выбор в пользу одного из представленных брендов, например, колбасок, но и учитывают ситуацию, в которой они планируют их подавать на стол. Времена, когда выбор состоял из сосисок, тушенки и куриных окорочков, прошли, говорят сотрудники Усть-Лабинского мясокомбината. Современные потребители имеют возможность приготовить дома как кулинарный шедевр, так и позавтракать, поужинать на скорую руку. На заводе уверены. Хочешь конкурировать? Внедряй бережливое производство. И изыскивай скрытые ресурсы. В новой экономической реальности только так можно прогнозировать результат. Достижение качества на комбинате определяется принципами, во многом схожими с системой ХААСП, стандартами пищевой безопасности, которые были заложены в связи с образованием Таможенного союза. Справка. Принципы качества мясокомбината. Использование качественного сырья собственного производства и натуральных ингредиентов. Сотрудничество только с крупными проверенными поставщиками специй. Внедрение инновационных технологий производства. Строгая оценка эффективности добавок в составе пищевых продуктов на этапе внедрения. Повышение квалификации собственных специалистов, а также сертификация продукции. В Южном мясокомбинате все посчитано, и расстояние от фермы до скотобойни, и скорость выполнения операции каждого работника, здесь это называется время такта. Например, для того, чтобы обвальщику разделать одну свиную полутушу, понадобится всего 38 секунд. Работников такого высокого уровня мастерства – единицы. Люди на предприятии, говорит Николай Шамухин, не сотрудники, а соратники. Только так можно идти на рекорд и решать новые серьезные производственные задачи. Хорошо, вопрос кадровый. Он всегда острый на любом предприятии, в любой отрасли. Как вы его решаете? Да, кадровый вопрос, тем более в перерабатывающей отрасли, да еще и в мясной, он очень остро стоит. Специалистов такого уровня, к сожалению, в настоящее время никто не обучает. Если в Советском Союзе это были специализированные ПТУ,
техникуме, где обучались, ну, специалисты именно рабочих специальностей, то сейчас приходится все делать самим, обучать самим и как бы растить специалистов самим. Современный МПК – это грамотно разработанный производственный регламент, хирургическая стерильность в цехе, максимальная точность на весах и повсеместные датчики влажности и света. Работать как часы – задача трудная. Но, как показывает опыт у Слабинского мясокомбината, посильная. Руководитель завода не делегирует свои полномочия замам. У него их нет. Говорит, и так справляется. Сам активно участвует в разработке новых рецептов на основе ГОСТов. А ведь рецептура – центральное звено в производстве. Даже незначительные ее изменения могут сказаться на вкусе, качестве, сроке хранения и цене. А соответственно, на прибыли или убытках. Мясопереработчики, которые взяли под контроль управление составом своей продукции, могут соответствовать жестким требованиям торговых сетей и ожиданиям потребителей. Быстро реагировать на изменения рынка сырья и обеспечить оперативное и стратегическое управление рисками. Рецептура – рычаг для снижения затрат в отрасли, которой, говорят эксперты, свойственна низкая рентабельность производства. Кто бы мог подумать, но даже в мясном деле есть модные тенденции. Например, сейчас производители в колбасы активно добавляют кардамон. Хотя ранее больше предпочитали мускат. Маркетологи федеральных торговых сетей, а продукция комбината представлена в 4 крупнейших, знают, на что делать ставку. И поэтому есть смысл к ним прислушаться. Ваша продукция представлена на полках многих федеральных ритейлеров. Это, конечно, большой успех. И тем не менее, вот крупные розничные сети наращивают долю продаж собственных марок, собственных брендов. Как вы относитесь к этой тенденции, как производитель? Ну, наращивая собственное производство, тем не менее, сырье они покупают именно у производителей. Поэтому они делают уже продукт, скажем так, третьего передела. Сырье они не занимаются. Поэтому, ну, я как бы отношусь к этому довольно-таки спокойно. Технологии и требования ГОСТов к мясной продукции по сравнению с началом производства колбас в России очень изменились. В 30-е годы прошлого века основной задачей отрасли было накормить население страны максимально калорийно. Сегодня в приоритете белки, жиры второстепенные. Кроме того, введены жесткие требования по стандартам качества и контролю за технологическим процессом. Закрепив свои позиции на российском рынке, Усть-Лабинский мясоперерабатывающий комбинат через дилерскую сеть взял курс на восточное направление. На сегодняшний момент у нас есть не прямые, но через дилеров мы поставляем продукцию на Китай. Но на данном рынке не присутствует колбасное изделие. Это в основном субпродуктовые и полуфабрикатные. У каждого руководителя большого бизнеса есть своя выверенная годами стратегия. Мы попросили Николая Шамухина назвать 3 составляющие своей формулы успеха. Первое – это кадры. Второе – это качество выпускаемой продукции. И третье – это стремление к технологическому прогрессу. Мясо и мясная продукция – традиционные для россиян продукты питания. По данным Росстата, на них приходится более 9% расходов населения на все потребительские товары и услуги. И почти треть совокупных затрат на приобретение продуктов питания. Что бы ни говорили паникеры, спрос на мясную продукцию продолжает расти. Несмотря на появление новых трендов – ЗОЖ, правильное или раздельное питание, веганство и вегетарианство. При этом происходит перераспределение потребительских предпочтений между видами мясной продукции. Потребитель становится более требовательным. С одной стороны, ему нужна низкая цена, с другой – высокое качество, свежесть и яркая упаковка. Чтобы заполучить покупателя, уставшего от информационного шума и борьбы за него со стороны игроков всех рынков, нужно принимать правила игры. А еще придумывать что-то свое, соответствовать жестким требованиям. И команда Южного мясокомбината уверена, если есть способ стать еще эффективнее, то они его найдут.